Всем привет-привет! Всем привет-привет! Привет! Мы вместе с Сарой и Софией хотим снять такое видео анбонсинг, распаковка посылок. Нам сегодня доставили две посылки огромные из Китая. По последнему ролику, который я снимала недавно, я поняла, что вам нравится такого рода видео, по лайкам, по просмотрам. Ожидания и реальность, что на самом деле китайцы присылают нам. Давайте будем открывать! Здесь много вещей и всякой ерунды. А, я же вам два костюма заказывала. Ура! Тебе и Саре. Да, держи, давайте сначала измерить вещи, подойдут они вам. Какашки! Какашки, да! Я какашка, я сказала, подожди. Мы еще должны подумать, куда их наклеить, потому что они все разные. Здесь есть вот такие квадраты, потом вот такие кругляшки, сердечки и еще раз кругляшки. Что это у нас такое? О, боже. Это, наверное, я что-то в дом заказывала, еще 4 штуки. Давайте раскроем. Это, наверное, полки маме. Мама, это я тебе, по-моему, заказывала что-то. Я не знаю, что это? Это органайзеры для нижнего белья, носочков и так далее. Можно сюда трусики, носочки скручивать и складывать. Сережек разных, это для них, сюда их всовывать, как в магазине. Кариму я заказала футболку, да. Он сейчас придет и померит. Это, по-моему, тоже Кариму футболка. Ого, язык, там карман. Язык. А, нет, там не карман. Там просто язык. Там просто язык. Так, это Кариму я такую куртку заказала. Не знаю, она ему как раз будет или нет. Я себе заказывала спортивный костюм, буду мерить. Обычно, чтобы, знаете, там в магазин куда-нибудь пойти. Да, у меня мой любимый цвет. По-моему, он на меня маленький. Костюм я себе заказывала. Это уже побольше. О, еще одна. Да. Еще одни такие наклейки. Да, это как солнышко. Это побольше, но тоже качество такое себе. Спортивный костюм с жилеткой и со штанами. Наклеечки на блокнотик есть. Как они называются? Все. Как? Все. 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 Все будет добре. Это на паспорт две обложки. Типа классно. Кассета, да, и британский флаг. Держи. Держи. На подушке. У вас есть такие подушки? Вот такой второй чехол. И у меня сзади котик меня нюхает. Меня. Заказала маме фарту. О. Мама хотела фарту к себе. Такой еще один костюм синтетический, но он, по-моему, мне будет тоже коротковат. Штаны, не знаю, давайте будем мерить, смотреть. Это наклейки
детскую комнату, я не знаю, куда-нибудь на стену. Да. Для украшений, для бус, вот такая подставка, да. Вот так она раздвигается, ставьте, и ничего не путается, можно красиво вывешивать. А, это еще один органайзер для кисточек, для заколочек и для косметики. Много разных отсеков. А, да, это для помад. И для сережек тоже хранить здесь. Вот так втыкать сюда, как в магазине. Пен, клей. Рисунок, кстати, очень прикольный здесь. Фонарь и котята прыгают туда.